автор картины. Эта картина называется «Менины». Художник Веласкес, в музее Прадо она размещена. И к этой картине из нашего государства при официальном визите подводили только одного человека, Путина, больше никого. Вот, потому что картина для особо посвященных. Вот, сюжет такой очень непонятный, и кто не посвящен в детали, ну совершенно непонятно, что тут за картина, и где тут главные герои, и что тут. А смысл картины в чем? Веласкес был придворный художник императорской семьи и писал императорскую семью. Так вот, на этой картине он изобразил сам себя. Вот человек, стоящий у мольберта с кистью, это и есть Веласкес. Вот. Масштаб полотна, который он пишет, виден, да, там, так сказать, картина. Вот. А поэтому главная фигура, она не здесь, она вне этой картины. То есть человек, который встал вот сюда, где мы с вами сейчас стоим, он удостоен кисти Веласкеса. То есть Веласкес вот сейчас с нас пишет картину, да? То есть он-то смотрит сюда. А как догадаться, кого он пишет? А догадаться можно по отражению в зеркале. Видите, зеркало, и там отражается император и императрица. Поэтому тот, кто встал вот здесь, на этом месте, он как бы человек особый, с которого Веласкес пишет портрет. Вот смысл такой особый этой картины. И картина мистическая, если перед ней там вот, так сказать, периодически находиться, то вот по нашим наблюдениям, ну, так у человека немножко меняется статистика происходящих с ними случайностей. И вот я хочу, чтобы у вас тоже после взгляда на эту картину судьба изменилась к лучшему, лучше получалось все, чтобы в жизни все складывалось удачно. Благодарим.